Это новое состязание в элитном мире наконец-то позволит нам пострелять другую команду. Да, я горю желанием надрать террористам задницы, братан. Вроде как все по плану. Только вот игрок, он открыл для себя радиокоманды и с**ал уже с ними. Так, команда, к этому мы и готовились. Победу в двух раундах — это выигрыш. В первом раунде мы пойдем... Пошли. Игрок, я знаю, что тебя прут эти радиокоманды. Так точно. Ладно, в общем, в первом раунде мы... ОМГ, такой нуб. Никак нет. Поддерживаю, чувак. Давай завязывай уже. Я серьезно. Никак нет. Террористами еще даже не пахнет, а ты нас уже одолел. На русский язык перевел Максим Солодилов. Текст читали Глеб Мещеряков, Игнатий Колыска, Максим Солодилов, Максим Кулаков, Ярослав Шалашов, Александр Седых, Степан Чичулин. Элитный мир. Эпизод 4. Придерживаемся плана, команда. Зовем друг друга, если нужна помощь. Никак нет. Мы с Лероем пойдем в сторону цели Б. Заметано, братан. Мы будем ждать их со стороны А. Буэно, действуем, как и договорились. Сначала я брошу перед собой дымовую гранату, которая собьет их с толку, как чупакабра. Вслед за этим мы... Стой, у меня есть вопрос. Да, маленький Нубито. Какой? Куда Элис и Монтроуз потопали? Проклятие! Вернитесь! В смысле, гуляйте, педики. Да, идите, куда я сказал. Чувак, слышу, кто-то идет. Сиди тихо и жди моего сигнала. Чувак, успокойся. Чат общий. Есть кто? Отзовитесь! А ну вернись сюда, дебил! Эй, парни, по-моему, тут никого. Что? Давай, чувак! Если бы вы, глупцы, послушали меня... Слушай, может, хоть на секунду прекратишь свое нытье, а? Я слепой, меня никто не слушает, у меня болит вагина. Моя вагина не... Погоди минутку. Ладно, чувак, давай бросим гранаты. Угроза взрыва. Классная команда ослепил игрок. Забудьте. Смотрите и учитесь, мальчики. Сукин сын, это все ты виноват. У мертвых не работает радиосвязь, братан. Это точно все видели. Боже, это было изумительно. Красавчик. Уделали, гад. О, погляди, что с лицом? Сахарку не желаешь? На это было бы грешно смотреть, если бы я мог видеть. Сахарку не желаешь? Одну ложку или две? Ой, я и... Прячься, дурак, прячься! Буду знать. Надо смотреть в оба, верно, Лерой? Уверен, Кортес где-то там. Я убью его. Лерой, а ну вернись! А ну не с места, друг, хэнде хох! Руки вверх, подозреваемый! Готовься к смерти, пес. Ну, и кто начнет? Ха, на секунду показалось, что мне... Террористы одержали победу. Ой, я... Ладно, парни, не расслабляться. Это победа за ними, но они не умеют работать с командой. Все идем в сторону А. Если не встретим сопротивления, пойдем в обход. Держаться вместе, команда. Игрок, так держать, молодец. Жополиз. Ничего себе, хорошо стреляешь, Ахмат. Вот, доверяем тебе бомбу, но помни, держи ее в безопасности. Да, Нубито, исход всего раунда зависит от нее. Безопасности, понял. За работу, джентльмены. Хорошо. Здесь все чисто. Что это был за звук? Чё? Ты что-то сделал. Где бомба? Я ее спрятал. Обезопасил, как вы и просили, парни. Ке? В каких ебаных ты ее спрятал? Про...
проклятие! Ты зачем такое сделал? Теперь мы никогда ее не установим. Не, кажется, можно достать. Монтроу сможет дотянуться до нее рукой. Это ты дал ему бомбу, ледяной человек. Сам доставай. Но ржавое тут все. Кэте, вы слышали это? Смотри, у тебя поимели. Мы все равно победим. Может, поспорим? Ставлю 15 баксов. Ставлю 15 тысяч. Угроза взрыва. Игрок, нет! Ладно, задрот, остались только ты и я. Это тебе не ММО, в который ты постоянно играешь. Это настоящая жизнь, я надеру твою жопу. Вот, блядь. Спецназ одержал победу. Поимели! Не, это хуйня полная! А хапка вам всем в рот! Последний раунд, бойцы! Повторим прошлый! Зарядить стволы! Вас понял! Стойте! Те чего? Мне вот понятно. Почему не я несу бомбу в этот раз? Со мной она не пропадет. Заткнись, Эллис, передай бомбу мне. Слышь, ты стебаешься, будто я тебе такое доверю. Сам в шоке, но я согласен с Эллисом. Иди на контрол. Каков отец, таков и сын. Слушай сюда, я позабочусь об установке бомбы. У нас всего один шанс, так что отдай мне бомбу. Так и будем весь день языком чесать или завалим кого-нибудь. Пошли, убьем пару спецназовцев. Ты совершаешь большую ошибку. Так, парни, вот они и идут. Готов набить их свинцом, игрок? Слышите, вроде все чисто, после тебя, Монтроуз. Ты прикалываешься. Намек понял, после тебя, Ахмат. Офигенно, я пойду первым. Стой, маленький Нубито, у меня плохое предчувствие. Получите! Его энтузиазм просто поражает. Угроза взрыва. Давайте обратно, парни. Это так офигенно, такие клевые цвета. Ахмат, может, заткнешься, я нихера не вижу, и беги, мальчик! Бомба была установлена. Ладно, мы победили! Я без понятия. Бум! Бум! Вы прикалываетесь? У них нет инструментов? Похоже, что победа все-таки будет нашей. Я бы не был так уверен, Кортес. Нажми эту кнопку, братан. Чувак, подожди, осталось всего секунд 10. Вот так. Сука, сын. Знаете, не хочу это говорить, но, по-моему, Кортес был прав. Думаю, если бы мы его послушали, все бы сложилось в нашу пользу. Эта неделя подтвердила все мои ожидания от нашей команды. Они слабы. Придется заставить их подчиниться. И тогда спецназовцы почувствуют всю ярость моего детища. Ну, вроде ничего, такая получилась вылазка. Мы в следующий раз надерем им зад. Хотя кое-что было странно. Когда в конце я обезвреживал бомбу, мне показалось, что я был не один. Как-то странно. На русский язык перевел Максим Солодилов. Текст читали Глеб Мещеряков, Игнатий Колыска, Максим Солодилов, Максим Кулаков, Ярослав Шалашов,
Александр Седых, Степан Чичулин. Специально для Stop Game.ru.